Я дома телевизор никогда не смотрю. А вот здесь решил включить, друзья, гостевой дом Атрия. Находится по адресу Лиговский проспект, дом 21Б, в жилом старинном доме на втором этаже. Вот сюда попасть трудновато было вчера, но я зашел. Там нужно было знать куда-то подъезды, и вообще не было никакой вывески. Вот такая комнатуха с довольно высоким потолком. Вот и кроватка одна спальная. В общем-то, белье чистое, белое, нормально. Я спал прошлую ночь. Единственное, я привык ворочаться в большой кровати, и вот об эту деревянную стенку я рукой ударялся, от этого удара просыпался несколько раз. Вот. Туалет. Туалет-душ. Я, кстати, вот еще... Я вчера не стал вечером душ принимать, не страшно. Может вообще потоп быть? Ну как это так? Просто на полу? Как тут вообще мыться? Я не представляю. И посмотрите, вот вы видели когда-нибудь такую раковину? Вот смотрите, какой она шириной. Вот просто, вот смотрите, ширина раковины умывальника, да? Ну, понятно, что когда сидишь на унитазе, чтобы это... Потому что голова вот здесь находится. И как это... Короче, тут все... Ну, вроде фен есть. Это вот полотенцесушитель. Приятно, он горячий прям. Ну, не знаю. Вечером, возможно, я этот душ попробую как-то принять. Ну, что, мыться-то вообще-то надо. Окно. Окно во двор. Тут не пойми, вот трудно понять это. Ну, обратите внимание, толщина стен какая, просто гигантская. Вот улицу не видно. Вот, во, солнечно. На улице солнечно. Я сегодня пробежал уже почти 10 километров, 15 тысяч шагов до полудня. Вот, вернулся, чтобы немножко отдохнуть и зарядить свою камеру. Да, кстати, есть тапочки здесь, но я привез свои. Вот, я свои привез, свои. Буду носить, так мне захотелось. Вот, ну, кондиционер сейчас не нужен, сейчас батареи греют. Нормально спал я в тишине, так, когда бегают по коридору там. Это, видимо, большая коммуналка, переделана под отельчик такой небольшой. Есть кухня, там кипяток, вот двери, вход в сам отель, вот к этой карточкой открывается. Ну, короче, одеваюсь. Время половина второго дня. Я просто уставший с утра. Ужасно уставший. И сейчас бегу опять. Потому что нельзя терять такой солнечный день в Санкт-Петербурге. Нужно обязательно что-то снимать такое. Вот наскоками бывает редко. Вот, смотрите. Это мой гостевой дом. Расположен в жилом доме. Какие тут лестницы. Все такое. Вот так выглядит двор. А вот это лифты, такие лифты. Они снаружи расположены. Вот кнопка вызова. Ну ладно, я на лифте не поеду. Покажу вам падик. Старик, смотрите, ширина. Вот это вот огромные коммуналки, так я понял. Видите? Несколько звонков в одну дверь. Из квартиры 6, ручка какая, ну. Ручка какая старинная. Небось, какой-нибудь дымоход был, когда топили дровами. Вот, смотрите. Это звонки в квартиру номер 5.
Вон сколько у всех, все пользуются интернетом, ну это логично. Вот такой вот лепнина в подъезде. Друзья, вы все, пожалуйста, вспомните, как выглядят ваши подъезды. Ваши жилые подъезды, где вы живете. А это, между прочим, Санкт-Петербург. Смотрите, мозаичный цветок. Плитка выложена так, все такой мозаичной плиточкой. Вот. Ну, высота потолков, я думаю, понятно, да? Высота потолков гигантская просто. Вот Атрия находится здесь. Здесь я прикладываю пропуск и захожу. Вот. Ой. Какие решетки, а? Красотей. Вот так вот. Это парадная. Это парадная Санкт-Петербург. Смотрите, день солнечный, а? Как мне повезло, друзья. Вы чувствуете, в каком месте я? Это настоящий Санкт-Петербург, смотрите. Это тоже мозаика. На полу, в подъезде, в парадной. Вот так это называется. Смотрите, лепнина. Здесь было стопудово печное отопление когда-то, чтобы отапливать квартиры. Вот мне так кажется. Вот такие двери. Двери, смотрите, это здесь дерево, да, все. Все крашено и перекрашено, да? Вот, что-то сегодня не заперто. Не заперто. Ой, какое солнце, как классно. Это больница, педиатрическая больница принца Эндельбургского, или как его там. И вот этот дом. Вот этот дом, как быстро плывут облака. День в разгаре, солнечный день в Санкт-Петербурге. Ну все, я пошел. Ага, и снег начал таять. А завтра обещают плюс. Это жилой дом. Очень красивый. Время без 10:02. Окей, погнали. Нас ждет Петропавловская крепость. В Санкт-Петербурге тоже весна типа того. Ну а что, сколько можно зимы уже? Хватит, пора всему таять. Солнце прям такое хорошее.